Итак, курицу нарезаем на кусочки, солим. Перчим, добавляем куркумы и любимые приправы. У меня это сванская соль. Хорошенько все перемешиваем. Рауль, остро, ну. И обжариваем на растительном масле. И ровно тише. Итак, в тарелку кладем немножко майонеза. Сюда же пол чайной ложки хмели сунели. Немного черного перца молотого. Снимай вот так. Вот так. Вот. Вот, Раулька мой оператор. 2 зубчика чеснока. Пропускаем через пресс. Все это хорошенько это перемешиваем. Рауль, держи вот так, ну. Все, оставляем в холодильнике настояться, чтобы вкусы все перемешались, пока обжаривается курочка. Вот, соль сюда категорически не надо добавлять, потому что курицу мы уже достаточно солили, в майонезе тоже есть соль. Соль сюда точно не нужна. Все, теперь ждем, когда обжарится курица. Снимай паузу. Угу. Вот снимай курочку нашу. Говори. А ну говори. Что мне говорить? Ну что там? Ну договаривалась, что ты только оператор, а не еще звукорежиссер. Я маме помогаю, ребят. Угу. Я помощник мамы. Вот смотрите, как мама красиво готовит. Это самая красивая курочка на свете всех. Кто любит? Ну что ты снимаешь? Курочку снимай. Вот так вот. Угу. Все, пока выключи. Теперь каждый кусок обжаренный, как только достаете со сковороды, вот так вот этой смесью смазываем со всех сторон. Так, следующий обжаренный кусок идет. Бедро. Пока горячий, смазываем сразу, как только достаем, чтобы она хорошенько впиталась.
Вот видите, первый уже пропитался. Как только пожарили всю курицу и смазали майонезом, закрываем крышку, оставляем где-то хотя бы на минут 10-15, чтобы немножко пропиталась майонезом курочка. Вот такая вот вкуснятина получается. Я в этом же масле обжарила картошку. И дети, и взрослые вот такую курочку прожаренную очень любят. И вам советую попробовать. Ну, а у меня все. Всем пока-пока!